Привет, друзья! С вами Наталья. Приветствую вас на своем канале. А сегодняшний традиционный обзор моих покупок по каталогу. А скажу сразу, я делаю заказ всегда в первые 3 дня на первой неделе каталога. Но действительно грешу, не всегда вовремя выкладываю обзор. Как, например, сегодня получилось, что вообще на последней неделе каталога, в последние дни я выкладываю обзор, который совершила покупку в первые 3 дня каталога. Но, простите, так получилось. Сложились так обстоятельства. Итак, предлагаю посмотреть, что же я купила во втором каталоге. Пробегусь буквально быстренько. Думаю, получится быстренько. Но так как я люблю много поговорить и подробно все объяснить, получается не всегда быстренько. Купила гели. Новинку из Scent and Moments, то есть воспоминания и какие-то прекрасные моменты. Новые 3. В прошлом каталоге я брала 2 других. И вот в этом я дополнила коллекцию этих прекрасных гелей. Вот что мне нравится, это биоразлагаемая формула. Вообще чудесные гели. Я обожаю гели в Oriflame. Просто у меня их много не бывает, и я всегда их покупаю, особенно новинки. Ой, люблю новинки, страсть. Вот это прям не могу вообще пропустить. А новинки – это моя слабость. Итак, вот 3 новых геля. Объем у них 250 миллилитров. Все чудесные, все прекрасные. Будем, как говорится, мыться. Даже сама компания всегда смеется и говорит нам, консультантам, партнерам, что больше всего почему-то покупают гели. Ну вот любят мыться, любят чистоту русские. Что характерно по гелям? Смотрите, у них очень плотная крышка. Плотная, неоткрываемая. Просто так ее не откроешь, просто так ее, видите, не сорвешь, не понюхаешь, не отольешь, не разбавишь. То есть все для безопасности. Все создано для клиента, чтобы вот он купил оригинальную продукцию, все не разбавленную, все как есть, 100% оригинал. А здесь крышка тоже, она не открывается, потому что нужно вот эту вот штучку. Вот так. А давайте какую? Ну-ка давайте, может, романтику. Какую у меня дочь возьмет? Она любит какие-нибудь сладкие. Давайте вот эту с розой. Или с лавандой. Ну, давайте, они все одинаково закрыты. Поэтому повернуть вы крышку можете туда-сюда, ее покрутить, помотать, но открыть вы ее не сможете, как бы вы ни хотели. А вот эта вот штучка треугольная здесь, она довольно-таки, видите, как вот открывается сложненько. Все, вы ее оторвали, и только в этот момент вы можете открыть крышку геля. Все, вот он. О, какая вкуснота, розы пахнет, романтически. Вот, и вот в этот момент вы можете им пользоваться только. Что еще я приобрела? Ой, а у меня тут конфуз случился. Слушайте, ну такое бывает. А сейчас скажу. Во втором каталоге шел мой любимый набор Beautanicals. Был набор с грандиозной скидкой, то есть шампунь и кондиционер сразу. Я его выписала, потому что у меня закончился. Буду делать обзор по пустым баночкам. Буквально через пару дней выложу. Там кое-что накопилось. Так вот, у меня закончился и шампунь, и кондиционер. Я решила, видя, что здесь есть прекрасная возможность купить с максимальной скидкой натуральный шампунь, причем веганская формула, как видите, 8 минералов и натуральных экстрактов. Так вот, я его выписала. И мне пришел шампунь, а вместо бальзама кондиционера мне пришел вот такой вот сухой шампунь. Бывает, слушайте, у нас у всех это человеческий фактор. Бывают всякие вот такие казусы. Ну и вот я теперь думаю, в принципе, претензию я уже на сайте оформила на возврат продукта. Но теперь думаю, наверное, напишу на склад, и все-таки я оставлю себе сухой шампунь. И пусть он будет вот таким. Не хочу заморачиваться, это надо ехать в СПО или в сервисный центр и отдавать этот продукт. Пока на дорогу проездишь, собственно говоря, такая цена будет. Я лучше в следующем каталоге выпишу себе отдельно кондиционер, а оставлю, потому что сухой шампунь как бы тоже пригодится в жизни. Нужен будет, я не так часто, правда, им пользуюсь, но нужен. Ладно,
Может, кому-то даже и подарю. Полный флакон, может быть, и подарю. Так вот так. Вот бывают такие вот сюрпризы. Очень редко, скажу, не бойтесь, очень редко, но бывают вот такие сюрпризы. Но мы все люди, все человеки, и все мы ошибаемся. Так же, как и на упаковке. Бывает, ничего страшного. Что еще купила? Мыло. Ну вот, возвращаясь к гелям, я также и добрала мыло. Мыло чудесное, правда, распрекрасное, не разваливается, не становится космическим болидом, измыливается до конца и имеет свою форму. Вот с какой вы начали, с такой вы и закончите, только она уменьшится. Поэтому мыло я всегда покупаю. Сколько у нас здесь? 90 грамм. Мыло весит хорошее, такой же ароматизированный. Взяла из Optimals масочку. Смотрите, масочка. Увлажняющая и поддерживающая баланс. Все. Вот такая тканевая масочка. Люблю тканевые масочки, поэтому взяла. Из декоративной косметики я решила себе пополнить из серии The One. Я решила прикупить себе румяна. Вот так выглядят. И у меня в оттенке персик. Видите? Персиковый цвет. Причем он, знаете, персик розово-золотистый. Вот если его хорошо так видно, то он розово-золотистый. Поэтому вот взяла себе румяшечки. The One. Также у меня вышел подробное видео, потому что просят, девчата просят, что нужно снимать более подробное видео, чтобы можно было все в деталях рассмотреть, а как там это все на лице там находится, как себя ведет. Поэтому новинка, набор для бровей и тени для глаз. Ссылочка будет в инфобоксе и будет наверху указано на подробнейшее видео. Правда, подробнейшее. Уж больше некуда. Я настолько там уже все это подробно показываю, рассказываю, что обычно там снимают типа рилсов, да, минута показали, то маленько махнули кистью, другое. У меня очень подробное. Поэтому вот переходите по ссылочке, смотрите, сводчи смотрите, смотрите, как на лице это все в реальности выглядит. Делитесь моим видео в командах, чтобы люди, ваши покупатели, ваши партнеры могли видеть, как же все-таки реально выглядит набор. Потому что действительно лучше один раз, я считаю, посмотреть хорошее, качественное видео подробное, чем разглядывать картинку в каталоге. Не всем это нравится, потому что все любят видеть хороший визуал. Дальше, что я еще взяла? Серии The One из декоративки я взяла помаду Кушон. А вот она у нас. Помада Кушон, вот так вот она выкручивается, щелкается, и у нас здесь должен появиться цвет. Появится, нет. Ну вот, должен появиться. А где? Слушайте, я вот первый раз ее это беру. Ладно, буду разбираться. Смешно, не смешно. А, вот, но новая же. Бестолковая голова моя, новая же помада, поэтому долго подтягивается оттенок. Вот, какая красота на весну сейчас, когда идет непогодица такая, да, зима с весной борется, вступает весна в права. Смотрите, какая красота. А какая она, девчата, мягкая. Вот я ее прям наношу на кожу. Слушайте, тактильные ощущения зашкаливают. Вот настолько она комфортная, мягкая. Я представляю, какая она на губах. Вот он. Оттеночек, спросите, оттеночек. А какой оттенок? Вот сейчас попробую найти. Сейчас уже не помню, как называется в каталоге. Чего у нас здесь? 38, 863, по-моему. Мелко. Да, вот она, роза. Розовый оттенок. Смотрите, какая чудесная красота. Вот, это помада Кушон серии The One. Из моей любимой серии, из люксовой, это Джордани Голд. Это тушь. Джордани Голд тушь. Буду показывать. Тоже буду снимать, буду показывать, как ведет себя на ресницах. У нее чудесная кисточка. Слушайте, сейчас вот
Вот, видите, какая восьмерка, зигзагообразная такая волна. Представляю, что будет с ресницами. Будем тестировать с вами, будем. Обязательно покажу, обязательно сниму видео. Она, кстати, похожа на ланкомовскую кисточка. У них есть такая тушь. Ну да ладно, буду подробно рассказывать это в другом видео. Что еще? Вот щетка. Одной уже пользуется у меня ребенок. Забрала, сразу забрала. Зелененькая была. А вот эта вот голубенькая. Итак, детские витамины. Wellness. Обязательно. Сейчас вообще витаминизируемся по полной программе. Серия Novage. Взяла две штучки из серии Procuticals. Это у меня пилинг. Саха кислотами, кислотный пилинг. Сейчас как раз им активно пользуюсь. Вот он. Буду снимать свои ощущения, подробное видео, как и что. Потому что по ретинольной сыворотке с ретинолом у меня есть подробное видео. Я включу его сюда. Можете пройти, посмотреть. Там есть и подробно по самой сыворотке. И отдельно есть отзыв после того, как я полностью прошла курс ретинола. То есть закончилась у меня. А это я себе купила тоже сыворотка против воспаления. Против воспаления на лице. Шикарнейший продукт. Обязательно сниму подробно всю серию по против воспаления. Вот у кого проблемная кожа, девчата, ждите, будет обязательно. Все подробно расскажу. Из серии Optimals, ну по супер цене, как мне не взять, тем более у меня заканчивается и тоник нужен, и гель пригодится. Гель для умывания, который не стягивает кожу, комфортный, и тоник. Вот, вот это я взяла из каталога. Шикарная маска из Love Nature. Это вот такая успокаивающая масочка для любого типа кожи с ягодами годжи и органический овес. Знаете, палочка-выручалочка. Вот для меня это сигнал. Вот я делаю разные маски, делаю. Потом раз в какой-то момент бывает такое ощущение, мне нужно узнать, чего же не хватает моей коже. Я наношу вот эту маску. И вот этот барометр... сразу видно, если вдруг какие-то там пощипывания, покалывания после нее нанесения бывает, вот это сразу первый признак, что нужно успокаивать кожу, то есть как бы вот дать ей отдохнуть. И вот эта вот успокаивающая масочка как раз-таки и палочка-выручалочка для меня сигнал. Поэтому я ее всегда покупаю, она у меня не первая, она у меня заканчивается, и я ее опять покупаю. Прекрасная. Обратите внимание. То есть, когда вы делаете маски, делаете пилинги, все-все-все делаете, а кожа это все дело впитывает, и потом делаете ей обязательно успокаивающую масочку. Раз в неделю обязательно нужно делать. Из этой же серии Love Nature я взяла маску скраб 2 в 1. Маска скраб 2 в 1 с органическим лаймом. Вот она. Органический лайм и алоэ. Все на одну руку. Здесь вот такие вот есть вкрапления. Так. Очищающие. И она скраб. Ну, сильно не трите, а так вот. Вот она. Рекомендую. А эту масочку, ну, давайте эту покажу. Она обычная масочка. Кремообразная. Ее тут вот она. Ну, а главное, как на лице она действует, сам факт, как она действует на лице. Вот она такая плотненькая, у нее такая текстурка, она такая кремовая, питательная, то есть вот питательная масочка. Оно за счет, да, за счет овса, потому что овес питательный продукт нашей. Зубная паста. А куда без зубной пасты? Вообще никуда. Так что я ее приобрела сразу же. Детская серия. Взяла детскую серию. Мыло. Шампунь. Гели-шампунь для душа. И губка. Губка. Тоже будет обзор. Все покажу, все расскажу подробненько. Шампуни детские вообще шикарные в Oriflame. Мы сколько и всякие разные пробовали. Но самое лучшее, какие промывают чисто волосы для детей любого возраста, ну, начиная с 3 лет,
Вообще шикарная. Вот эта вот серия шикарная. До подросткового периода можно смело пользоваться и хорошо промывает. А здесь я себе заказала крем. Крем для тела. Это парфюмированный крем для тела из серии Giordani Gold Essenza с ароматом парфюмерной воды, туалетной воды, как раз таки Essenza. Шикарный. Видите, я им уже пользуюсь. Снимать-то я сейчас снимаю, а пользоваться-то я начала уже. И вот мягкий такой, нежный, легкая текстура, абсолютно легкая. Вот видите, я даже вот ее уберу, казалось бы, много, но она прям вот моментально впитывается, никакой пленки, ни... и аромат. Чудесный аромат. Чудесный аромат эссенции. Вы знаете, когда я первый раз пришла в Oriflame, много-много лет назад, я уже давным-давно в Oriflame, далеко не первый год и не 5 лет, а намного больше. Так вот, когда я первый раз увидела вот такие баночки, выносили консультанты, меня они так, слушайте, заворожили. Я думаю, что же такого белого в этих, вот в этих таких медовых кадушечках. Знаете, у меня вот ассоциация, когда раньше мед в таких вот, ну, подобные вот фигурка такая, да. Думала, ну надо же, а что же здесь-то есть? Потому что в каталогах идет вот так картинка. Я и говорю, что вот в реальности смотреть продукты это совсем другое. А вот так, либо вот так открытый крем, а всю баночку вы ее не видите, вы ее не можете представить, ее размер. И вот когда выносили консультанты, получали свой заказ в офисах, меня настолько... Я прям подошла, я не постеснялась, я делала свой первый заказ, я подошла и спросила, а что в этих чудесных баночках? И мне ответили, что это крем для тела, это крем для тела. И я после этого начала как раз-таки их и выписывать. И вот с тех пор, уже много-много лет, форма баночки не меняется. Вот такие вот. Здорово. Что еще у меня здесь осталось? Осталось у меня совсем буквально последнее, что вам показать. Это вот эти два продукта. Начну с Love Nature. О, у меня прям набор. Это освежающий гель для кожи вокруг глаз. А взяла я его вместо платы за доставку. Есть такая функция, когда оформляете заказ, либо вы платите за доставку, либо вы выбираете какой-то из продуктов, которые там предоставлены из списка. Из всего списка я взяла вот этот вот гель. А чем он мне нравится? Да, для возрастной кожи век он, конечно, на каждый день, вот как решающий проблему, он не подходит. Нет, он обычный, увлажняющий, с кокосовым молочком, гель для век. Я его наношу в течение дня, например, вот когда почувствовала, что, думаю, что-то мне там кожа как-то вот подсыхает, потому что включены радиаторы отопления, воздух сухой, зима, в общем, сейчас такие перепады погоды. И я прям поверх макияжа наношу на область кожи вокруг глаз. Девчата, ничего с тушью и с тенями с вашими не случится. А просто получит кожа дополнительное увлажнение. Я вообще на этот счет не заморачиваюсь. Видите, он абсолютно прозрачный. Прозрачный гель. Моментально впитывается. Содержит экстракт алоэ и органическую кокосовую водичку. Моментально увлажняет. Вообще мне он нравится. И я его по возможности всегда покупаю. Но сейчас я фишку для себя нашла. Я говорю, я его просто по... Сверх макияжа наношу и все. Все, не заморачиваясь. Кожа увлажнена в течение дня, и никуда никакой макияж не попал. Тем более, что сейчас продукты макияжа вообще все стойкие. Смело наносите, и кожа вокруг глаз вам скажет огромное спасибо. Это вот такое. И еще последнее из Optimals я взяла вот такой мультикрем. SPF фактор у него 50. Шикарный сейчас, особенно когда будет активное солнце. Можно его наносить просто как крем, а можно наносить и как базу под макияж, под тональный крем, что, собственно говоря, я с этой целью его и взяла. Еще раз повторяю, что SPF 50 – надежная защита. Да? Сейчас, тем более я сейчас пилинг делаю. Вот он из серии Procuticals. И без дополнительной защиты от солнца здесь никуда
Чтобы не получить дополнительную пигментацию, когда делаете кислотный пилинг, вот обязательно защита должна быть и сильная защита. Здесь SPF 50. Вот оно хорошо наносится. И я его использую в качестве дополнительного увлажнения кожи и в качестве базы под нанесение тонального крема. Все. Шикарный продукт, мультипродукт, который сейчас все больше и больше у нас появляется, что не 25 средств надо, а можно одним обойтись легко. Поэтому вот из серии Optimus, обратите на это внимание. Какой дизайн красивый, да, такой листочек природный. Красота. И коробочка веселая, под цвет желтенькая. Так, все. Вот теперь точно все. Следующий каталог у нас будет вот этот. 8 марта. Видите, какой цветущий, красивый каталог. Все, и будем уже делать покупки по нему, будем делать обзоры. Оставляйте комментарии под этим постом, что под этим видео, что интересно, что понравилось, что зацепило, о чем хотите узнать более подробно, какой обзор снять на что. Поэтому пишите, я с удовольствием это сделаю, и мне интересно, что интересно моим подписчикам. Все, до новых встреч, пока-пока, прекрасных вам заказов, прекрасного вам настроения, полезных обзоров, до новых встреч, пока-пока.